Всем привет, меня зовут Макс Брандт, и я продолжаю пополнять свой игровой канал контентом. Сегодня у нас тест на маньяка. 16 вопросов, после которых мы узнаем, насколько Макс Брандт, то есть я, является маньяком. Первый вопрос. Как часто вы разговариваете со своими собеседниками о еде? На самом деле, частенько, потому что еда – это одно из неотъемлемых вещей жизни, то есть сон, еда и всякие сопутствующие развлечения. Что вы видите на картинке? Как бы это симметрия, это два гуся, смотрящих в стороны, либо такая бабочка-жук. Бабочка есть, я не смотрел ответ, я смотрел на вас. Любите ли вы разговаривать о деньгах? Ну, не то, что люблю, но разговариваю. Приходится, ребят. Деньги, кстати, это плюсом к еде и сну идут. Что вы видите на картинке? Ну, это две синички и бабочка такая, которая... Другое, видимо. Часто ли вы употребляете союз, потому что в своей речи? Ну, не часто, потому что я практически... Ну, частенько, да. Что вы видите на этой картинке? Это такой... Боров сидит на мотоцикле, байкер, у него ноги в разные стороны, то есть такие огромные сапоги, колесо между ног, с рук свисает. Такая вот мотня, другое, видимо. Сутулится, не гонится за модой, имеет бегающий взгляд. Подходит ли это под ваше описание? Да, это я. Я такой. Что вы видите на этой картинке? Ну, это точно летучая мышь или бабочка. Я не знаю, но скорее всего это... Ну, летучая мышь сказала первой. Значит, она. Можете ли вы назвать свое детство счастливым? Да, да, даже не буду читать другие ответы. Что вы видите на этой картинке? Это разрезанная, вот, знаете, как вот эти есть сушеная рыба к пиву, такая вот лещ или такой толстолобик. Виолончелен, шкура животного, лисиц. Ну, точно лисиц, ну, давайте другое, ладно. У вас много страхов? Да, прилично. Что вы видите на этой картинке? Это целующиеся дети, ребята. То есть это экстремизм. Головы женщин и детей. Ну, ладно, детей. Как часто вы конфликтуете с окружающими? Никогда. Чувствуете ли вы себя ущемленным в компаниях? Не во всех они всегда. Бывают, конечно, компании, когда чувствуете себя ущемленным, когда в метро, как бы, давка, час пик, и, ну, ущемляет меня. Согласны ли вы с высказыванием «Человек-человек-волк»? Нет. Есть ли фильм, который заставляет вас плакать? Наверняка. Мы не смогли отнести вас ни к маньякам, ни к жертвам. Постарайтесь почаще ходить по темным безлюдным местам, чтобы уже, наконец, определиться. Вы маньяк на 56%. То есть, в любом случае, чуть больше половины я являюсь маньяком. Проходите этот тест зачем-то, ребята. Пишите в комментариях обязательно свои результаты, потому что, ну, что, я один, что ли, его прохожу? Вы мне пишите, я вам снимаю. На этом канале будет еще много чего интересного выходить. Пока, вся информация лучше всех. Макс Брандт, пока. Раз, два, итого три. Ты такой серьезный. Ну, нормально, я просто не вижу, ребят. Я это посмотрю вместе с вами на монтаже. Сексуально. Это было 4.